Мне кажется, что старина Эш в нынешнем своем варианте — это абсолютно идеальный персонаж для всех зрителей, потому что консерваторов порадует то, что он по-прежнему с той же двустволкой и бензопилой, что он по-прежнему борется с нечистью. А современного зрителя, я думаю, увлекут спецэффекты и то, что зло в некоторой степени в сериале предстает в такой версии прокачанной, там не совсем зомби, а все даже еще хуже. Ну и уж точно абсолютно всех самых искушенных зрителей объединит русский голос сериала «Эш против зловещих мертвецов», потому что это родной, любимый голос переводчика Дмитрия Пучкова. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сразу согласились на предложение озвучить русскоязычную версию? Ну, в общем, да. Вы фанат таких вот апокалиптичных страшных ужастиков? Я фанат хороших фильмов. На мой взгляд, «Зловещие мертвецы» — это очень хороший фильм. И первый, и второй, и третий. Не устарела эта тема сегодня? Классика не может устареть. А действительно, ведь наблюдается в последние, наверное, лет 5 какой-то очень высокий интерес опять к теме зомби-апокалипсиса. Почему эта тема снова и снова становится такой актуальной? Сейчас настолько актуальной, что даже уже детские игрушки выпускают. Ну, всякие творцы, они чувствуют в воздухе что-то такое, общее настроение. И я так думаю, что апокалипсис в виде Третьей мировой, он уже недалеко. И поэтому, да, вот творцы воплощают в кино то, что они предчувствуют. А мне кажется, что наоборот, просто, опять же, из-за того, что реальный апокалипсис, он очень близко рядом, творцы начинают придумывать какой-то нереальный апокалипсис для того, чтобы мы все выдохнули, развлеклись и сказали: ну, зомбаки — это прикольно, это же с нами не может случиться. Возможен и такой взгляд, да. То есть, с одной стороны, вот конкретно то, про что мы говорим, зловещие мертвецы – это веселые зомби, так скажем. В других бывают невеселые. Но тут веселые, бодрые, смотреть интересно. Ну, мне кажется, как всякий человек, который любит хоррор-фильмы, вы примеряли к себе сценарий зомби-апокалипсиса. У вас есть некая версия, как выживать в таких обстоятельствах? Ну, оно двоякое. То есть зомби делятся на два основных класса. Одни, которые там еле-еле ходят. Которых легко убить. Это дурацкие зомби, да. Взял вилы и коли их в башку, и, в общем-то, вот оно спасение. Или саблю. У меня есть сабля. Да, можно они, их они еще очень громко дышат и все время да. говорят: «О, брейнс!» Поэтому их видно и слышно издалека. А самое главное, они очень медленно ходят. Это не очень интересно. А есть другие, которые бегают очень быстро. Настоящие хищники. Да, и кусаются. Вот с такими гораздо опаснее. Когда появятся такие, надо всем бежать на военные базы. Чтобы были минные поля, пулеметы, там, заграждения и всякое такое. Только там можно спастись. Что она сказала? Я сказала: горите в аду! Насколько я понимаю, у обновленного Эша в сериале и враг тоже посерьезнее, чем в предыдущих версиях. У него враг все время один и тот же. Это злые демоны, которых будят посредством чтения книги мертвых. Демоны пробуждаются, нападают на присутствующих людей, вселяются в них, это из них получаются так называемые, как их в фильме зовут, Deadites. Deadites – это нежить по-нашему. Ага. Они не мертвецы, они нежить, но выглядят, понятно, как зомби. То есть страшные рожи, дикие бельма, бросаются, кусаются, но при этом разговаривают от лица демонов, кричат всякие гадости, пугают и норовят его убить. Мы нашли тебя, Эш! Пора проверить твое естество. Мы ждем. Чего ждете? Тебя! Ну, признайтесь, что, наверное, когда сидишь в будке озвучания в полумраке с этой маленькой лампочкой над текстом, и вдруг что-то такое происходит страшное на экране, то поневоле вздрогнешь, нет? Или это веселое рутина? Кино. Веселое, оно да? бодрое и веселое. Эш – серьезный мужчина. Он не сдается перед лицом зверских страшилищ. Он знает, как с ними расправиться. У него всегда с собой двустволка, деревянная рука, бензопила и запас бодрости, чтобы навести порядок. Ну, я так понимаю, что он вам симпатичен по-человечески, близок по духу. Настоящий мужчина.
Никаких кривляний, никаких слез там. Хороший, плохой. Главное, у кого ружье. Слышь, бабуля. Надеюсь, витамины сегодня приняла. Давай попляшем. Что у вас в топе из последних сезонов? Есть такой канал американский HBO, ну вот, они снимают то, что надо. Когда-то давно они занимались трансляциями боксерских матчей, то есть это зрелище достаточно жестокое, кровавое, которое только за деньги по кабельным сетям показывают. Угу. Потом они решили, что было бы неплохо что-нибудь такое же для мужиков вот снимать, приступили там «Тюрьма Оз», «Прослушка», «Сопрано», «Секс в большом городе», «Рим» и, наконец, вот сейчас «Игра престолов». Лица обретает никто. Ты все еще кто-то. А для кого-то лица подобны яду. То есть вот все, что они делают, все с большим интересом смотрю. Но тем не менее, если все-таки тему зомби-апокалипсиса перенести в наши российские реалии, потому что Эш, он все-таки такой настоящий американский убийца-зомби, да, такой вестерна, такой зомби-ковбой. Да. Как сказать, убийца-зомби-ковбой. А как мог бы выглядеть русский боец зомби? Я думаю, он был бы совсем не такой. Какая бы у него была атрибутика? Он был бы как товарищ Сухов. Невозмутимый, суровый. Вообще шел бы домой к жене, где он мог бы заниматься нормальным сельским трудом. Вот такой наш борец. Сухов, помоги. С тобой мы в раз его прикончим. Ведь ты один целого взвода стоишь. А то и роты. Восток, дело тонкое. То есть у него вместо пилы была бы лопата, а вместо ремингтона обрез. Самыми необычными средствами решал бы. Например, саперной лопатой, да. Как вариант, кстати. У меня для вас есть еще один вопрос. Даже не вопрос, а квест. Мы предложили вам подборку фотографий, картинок того, как выглядели бы знаменитые классические картины великих режиссеров, если бы они снимались на тему зомби-апокалипсиса. Попробуйте угадать, что за фильм и какой режиссер. Ну, судя по сомбреро и футляре, футляру от гитары, это явно Роберт Родригес. Браво. Больше никто про мексиканцев такого не снимает. И кто не знает мачете? Мачете! Черт, ну ты крут! Дальше. Ну, «Мертвая невеста», однозначно Тим Бертон. Конечно. «Кремль», Василий Блаженный, «Гусар», «Усы», Никита Сергеевич, нет? Браво, браво, в самое сердце. «Макдональдс», «Нехорошие вещества», «Бургеры». Это Квентин Тарантино. «Пистолет». Да. Безупречно. Знаешь, как в Париже называют четвертьфунтовый чизбургер? Как называют? Называют королевский чизбургер. Королевский чизбургер. И, наконец. Да-д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 а. Сначала подумал, что Булгаков, но трамвай уж больно новый. Видимо, берегись. Нет. Ну, что-нибудь из Эльдара Рязанова, да, конечно. Да. Спасибо большое. Вы смотрите, не у вас 90% попадания. Ну, я не сильно киноман. Если вы не сильно киноман, то тогда я просто бессловесный ползающий младенец. Я просто люблю кино. Спасибо вам огромное. Мы очень любим вас и с нетерпением ждем новых серий «Эша против зловещих мертвецов» в вашей озвучке. Спасибо.